Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья, и очередная новость на нашем канале. Итак, Yumi Digi Z Pro стал первым в мире смартфоном с двойной камерой и процессором Helio X27. Компания Yumi объявила, что отныне она будет выпускать новые продукты под брендом Yumi Digi, что означает сокращенно от Yumi Digital. Кроме этого, производитель планирует со следующего года расширить продуктовую линейку роботами, беспроводными наушниками и устройствами для умного дома и прочими продуктами. Открывает новую эпоху в жизни Yumi смартфон Yumi Digi Z Pro, ставший первым в мире девайсом на базе 10-ядерного процессора MediaTek Helio X27 с двойной камерой. Аппарат поставляется с операционной системой Android 6.0 Marshmallow, но производитель уже пообещал выпустить обновление до Android 7.0. Особенностью Yumi Digi Z Pro стала двойная основная камера, состоящая из двух 13-мегапиксельных сенсоров Sony EMX258 с двойным процессором обработки изображения, один из которых отвечает непосредственно за съемку, а второй служит для улучшения качества снимков, в том числе усиления зумирования, повышения четкости, а также размытия заднего фона и другие эффекты, которые, кстати, еще недавно были доступны только в профессиональных камерах. Не разочарует пользователей и фронтальная камера с сенсором Samsung и функцией вспышки Softlight, позволяющий делать селфи в любых условиях освещения. Второй фишкой нового смартфона стал мощный 10-ядерный процессор MediaTek Helio X27 с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц. Данный чипсет выполнен на фирменной трехкластерной архитектуре MediaTek с технологией Core Pilot 3.0, отвечающей за умное распределение нагрузки между группами мощных ядер Cortex-A72 и энергоэффективных ядер Cortex A53. За графику отвечает видеоускоритель Mali-T880 с тактовой частотой 875 МГц. А 4 ГБ оперативной памяти обеспечивают полноценную многозадачность. С таким железом Yumi Digi Z Pro набирает в бенчмарке Antutu более 116 тысяч баллов, чего вполне достаточно для выполнения абсолютно любых задач. В смартфоне также установлен 5,5-дюймовый дисплей нового поколения от компании Sharp с разрешением Full HD, сканер отпечатка пальцев Touch ID 2.1, слот для карты памяти microSD и разъем USB Type-C, необходимый для зарядки смартфона и синхронизации с компьютером. За автономность в новинке отвечает аккумулятор емкостью 3780 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Pump Express Plus, благодаря которой на полную зарядку уходит всего 100 минут. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.